В Тюмени начал работу 4-й центр дневного пребывания для людей с деменцией. В него могут попасть пожилые, которым необходимо социальное обслуживание из-за медицинских показаний. Бесплатные занятия проходят на базе регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации 3 раза в неделю. Для одиноких пенсионеров организуют транспорт. Центры открыли в рамках нацпроекта «Демография». Всего с начала года занятия посетили 128 человек. Преследуют две цели. Это организовать занятость для этих людей, конечно, имея специалистов, которые могут заниматься, и это профилактика или уже не развитие дальнейших когнитивных нарушений у людей пожилого возраста. Для нас самая главная цель – это все-таки как раз это уникальная форма для альтернатива для непопадания в дома-интернаты. Очень приятно. Мы здесь знакомимся друг с другом. Мы читаем стихи хором, которые мы учили в детстве. «Лукоморье», «Дуб», «Зеленый» и так далее. Мы поем песни, мы вспоминаем замечательных актеров своего времени.